Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности по борьбе с терроризмом. Эта памятная дата посвящена трагическим событиям, произошедшим в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер 1 погибли более 300 человек, среди которых 186 детей. Мы спросили у саровчан, что они помнят о тех событиях и что нужно сделать, чтобы такие ситуации никогда не повторялись. Что вы знаете и помните о тех событиях? Ну, страшные вещи происходили. Погибло много детей, тем более. Жалко, конечно, но ничего не изменить, наверное. На будущее надо как-то возвращать, что-то думать. Я знаю то, что это было ужасно. И то, что погибло много человек. Я знаю, что это был теракт в школе какой-то первый. То, что это были террористы, которые еще и до этого делали какие-то террористические акты. До сих пор люди помнят, люди очень молятся за тех, кто погибли. И как раз приводили в этой статье, на днях буквально читала, что мужчина, значит, женщина с тремя детьми пришла провожать ребенка в школу старшего, и двое маленьких на руках у нее было. Она и двое детей погибло, а третью девочку вынес на руках местный житель, и он взял ее себе на воспитание. Со времен теракта в Беслане прошло 17 лет, и за это время в России произошло еще не одно нападение на учебные заведения. Один из жестоких случаев произошел в мае этого года в Казанской гимназии номер 175, когда бывший ученик вернулся в школу, чтобы устроить расправу над людьми. В результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, еще более 30 пострадали. Это связано с людскими судьбами, с человеческими жертвами. Как вот родителям все это перенести? Это нужно какими быть жестокими, чтобы убивать детей. Терроризм – это не то, что нужно в мире. Тема терроризма до сих пор актуальна. Она как бы не угасает до сих пор. И чтобы, во-первых, как бы боль тех людей, которые и дети, которые выжили, они до сих пор это помнят. Для них, наверное, это важно, чтобы этот день вспоминали, чтобы, возможно, показать какой-то пример, что не стоит так поступать. Вот, и чтобы терроризм исчез с лица земли, скажем так, особенно по отношению к детям. Горожане считают, что о таких событиях важно помнить в первую очередь для того, чтобы обезопасить детей, и чтобы такие события никогда не повторялись.